Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Эксперт». Сюжет сериала «Эксперт». Блестящий криминалист, восстанавливающийся после серьезной травмы, и его бывшая студентка будут вместе раскрывать преступления и разбираться со своими прошлыми чувствами друг к другу. Борис Крылов, криминалист экстра-класса. В своей работе он использует парадоксальные и неочевидные методы, которые помогают ему распутывать даже самые сложные преступления, за что коллеги называют его современным Шерлоком Холмсом. Из-за развода с женой Крылов вынужден уйти из полиции. Он становится консультантом на съемках детективных сериалов. После того, как в автокатастрофе погибает его отец, а сам он получает серьезную травму, герой начинает собственное расследование. Он считает, что ДТП могло быть спланировано, а отец пытался что-то сказать ему перед своей кончиной. Так что Борис решает вернуться к работе. Он устраивается экспертом в следственный отдел. Его новой начальницей становится Анна Воскресенская. Когда-то Анна была студенткой Крылова. Теперь героям придется работать вместе. Сериал «Эксперт. Содержание серий». 15 серия. Анна увидит, что ее сын Леша убежал из дома и поймет, что он у Голубева. Она хочет добиться, чтобы мужчина, который изнасиловал ее 10 лет назад, оставил ее сына в покое. Поэтому пойдет к нему навстречу, взяв пистолет. Затем Голубев усыпит Анну и увезет ее к себе домой. Тем временем Крылов выйдет на след фармакомафии, связанной с аварией его отца. 16 серия. В последней, 16 серии первого сезона сериала «Эксперт», связанная Анна очнется в доме Голубева, где находится ее сын Леша. Голубев держит их у себя в заложниках, ведь убежден, что они одна семья. Леша ни о чем не догадывается и думает, что находится в гостях у Голубева, пока не спустится в подвал и не увидит человека, закованного в цепи. Тогда мальчик поймет, что он не в гостях, а в плену. Он найдет свою связанную маму в доме, Анна будет умолять его бежать. Параллельно с этим суперкриминалист Крылов придет в дом Голубева и попытается освободить Анну и ее сына. А Голубев будет требовать у нее под дулом пистолета признаться, чей Леша сын. Анна сначала говорит Голубеву, что это его сын, но потом говорит, что сын все-таки Бориса. Появляется Шевчук и убивает Голубева. Полиция разоблачает сеть фармакомафии, оказывается, ее возглавлял ее глава облздрава. Кёржнер и Нина гуляют свадьбу. На ней Борис одевает Ане обручальное кольцо, все едут гулять в ресторан. Анна сделала тест ДНК и предлагает открыть конверт Борису, но тот разрывает его на части. Но зрители успевают заметить, что на листке написано, что отцом является Крылов. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.